Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Антон, а мы сегодня с вами продолжаем играть в пятницу 13-е. И сколько лет, сколько зим прошло с того момента, как я запускал эту игру. 88 уровень я здесь набил. Я потратил на эту игру больше 200 часов. И, блин, с такой дикой ностальгией я в эту игру снова возвращаюсь. Но возвращаюсь не для того, чтобы поиграть в нее по сети, а для того, чтобы вам продемонстрировать режим заданий. Или сюжетный режим, как я бы его еще с большой натяжкой назвал. В общем, я отучусь, кстати, оффлайн-бота, немножко потестировал эту тему. Здесь есть заданий 10. И в каждом задании есть цели. Задания можно проходить разными способами. Можно выбирать разных Джейсонов для этого. Катсценки присутствуют изначально, поэтому можно сказать, что это сюжетная кампания. Вот. Но они такие, не очень большие. В общем-то, парни отправились на крутую тусовку. А, забыл, лайки ставьте, ребята, если вам интересна эта тема. В комментах пишите, что вы думаете, интересно ли вам вообще это или нет. В общем, парни отправились на крутую тусовку, но посреди леса у них сломалась машина. Они не должны выжить. И цели. Размазан по капоту. Проломите Адаму голову автомобильным капотом. Мне пора. Лишите Багзи жизни, когда он будет справлять нужду в кустах. Это убивает. Схватите и убейте Багзи во время перекура. Но я же только что починил. Разбейте уезжающую машину. Услужливый механик. Получите все 3 черепа в роли Джейсона из 5-й части. Черепа — это типа рейтинг. То есть максимальный рейтинг получить нужно. И есть какая-то скрытая цель. Я не знаю, что она из себя представляет. В общем-то, наверное, стоит посмотреть, какого Джейсона выбрать. Я даже прям не знаю. Джейсонов много. Как бы есть самый первый Джейсон, но он такой себе. Давайте начну. А, здесь у нас получается стоп. Здесь у нас 10 заданий, поэтому давайте я на каждое задание буду выделять особенного Джейсона. И первым Джейсоном у нас будет вот этот, для первого задания. А для 10-го у нас будет Савини Джейсон. Ну, как-то было бы прям совсем странно, если бы сразу бы я взял Савини. Так, перки я брать не буду, потому что смысла в этом никакого совершенно нет. Гоу. Did you fix that shit yet? Might be faster if you helped, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. Я, кстати, заметил, что... Them, найди их, Джейсон. Make them pay for what they did to us. Что-то накажи их или что-то такое. Или покажи им кузькину мать. Что там, мне кажется. My English is bad. Very bad. В общем, оптимизация как-то похорошела. Либо это просто тут в сюжетной заставке такая тема. А нахер я сейчас беру эти ножи? Мне это не надо. Короче, чувак идет ссать. Я думаю, это не спойлер будет, да? Обидно. Я уже второй раз все это записываю. Такие эмоции были прекрасные. А микрофон забыл включить, представляете? До свидания. That's my boy. Hunt them down and make them pay. И вот, короче, чувак сейчас занимается починкой машины. И одно из убийств, одна из вариаций убийств, это, в общем, отмудохать его капотом. Но также он, видите, да, колесо заднее отсутствует. Он ложится под отсутствующее заднее колесо. Интересно, машина его может задавить или нет?
Вот вопрос вообще просто гениальный. Давай, ложись быстро. Да, можно. Вот это жесть вообще. Ё-моё. Yes. Kill for mother. Я этого вообще не делал. Просто трындец какой-то. Make mommy proud, Jason. Это вообще брутал, просто жесткий. Убить домкратом. Вытащите домкрат из автомобиля и убейте Адама. Это секретная, походу, цель. Нихера себе. Схватите, убейте Багзи во время перекура. А Багзи поссал? А перекур? Перекур, интересно. Когда он будет перекур делать? И где он его будет делать? Хороший вопрос. Чем-то мне сейчас все это напоминает Хитмана. Вот честно скажу. Make them remember, Jason. Make them suffer. Надо, наверное, подождать, пока он там поссыт, да? Тут, кстати, можно еще машину остановить. Они могут завести машину. Вот еще в чем прикол. Сейчас, короче, вот сюда вот так вот подойду спокойненько. Подожди. Приседать Джейсон не умеет, да? Сейчас он пойдет поссать, я левее отойду. Хотя, может, сейчас уже отходить. Мне просто интересно. Когда перекур он будет делать? Мочить конец пошел, блин, хитрый. Отсюда, кстати, не видно, как он струю пускает. Вы бы слышали сейчас, как компьютер у меня ревет. Я просто как бы настройки все выставил, которые прям максимально можно было поставить. Так. Давай, иди быстрее. Аж прям, знаете, ностальгия такая прям дикая по этой игре. Эй, Адам! Ну-ка. Он курить пошел? Подожди. Вот это, кстати, момент, до этого момента не доходил. Ё-моё. Да, вот, все, курить пошел. Готов. That's my Jason. That's my special boy. Не, ну это победа, блин. Это вообще идеальный просто рейтинг. Make them suffer like we did. Выживших нет, успех. Не на один успех, очков опыта успех. Make them remember me, Jason. А почему я все три черепа получил? Алло. Получите все три черепа в роли Джейсона из пятой части. Да, здесь нужно было поставить другого Джейсона. Да и похер. Так, едем дальше. Джейсон. Наверное, что-нибудь надо поставить жесткое прям совсем. Свободный удар. 2500 стоит. Убийство захватами. Игрок в регби. О, своей хоккейной маской разбивает. Нихера себе, да. У вас достаточно высокий уровень, что... Как это? Подожди.
108? Да идите в жопу! Вы чё? Блин. Пипец. Давай топорик в ход, чтоб пошел. В Хиггинс-Хейвен творится нечто странное. Крики, отключение света, необъяснимый запах гари. И цели. Смотрите под ноги. Заманите вожатого в ловушку. Уверенный шаг. Выполните миссию, не прибегая к способности смещения в роли Джейсона из шестой части. Безупречная обжарка. Поджарьте чадо на огне. AJ Альденте. Сварите LJ заживо на кухне. И шокирующие откровения. Убейте Митча ударом тока от генератора. Но я уже как бы... Я вам сказал, что я успел поиграть. А две миссии вот эти я играл, больше не играл как бы. Давай, гоу. Гоу! Whoa, did you just hear that? Sounded like screaming. Probably someone getting bonked upstairs, man. How come you don't get loud when we get it on? Well, you're just gonna have to keep trying, babe. Holy shit! What's going on? What are you doing? Just testing it out, honey. Well, cut it out. You're harshing my high, babe. Can you get a doll and go check the fuse, please? Like me. Not the fucking electrician here. Don't be scared, man. They're out there, Jason. Now I push on. Find them and get your revenge. Тут более-менее я чуть-чуть совсем знаю. Что надо делать? Сейчас, в общем, мужик, как видите, свет отрублен в доме. А мужик сейчас пойдет. Подожди-ка, куда он пошел? Ты что, дурак, что ли? О, все хорошо. Пойдет сейчас он в тот сарай слева. Чинить генератор. Давай, иди. Окей, Митч, now don't fry yourself. Все. Yes. Yes. Kill for mother. А вот теперь мне интересно. Это что такое, нож? Теперь мне интересно, как попасть на кухню. Потому что там леди занимается готовкой. Кашеварит. И две двери ведут внутрь. Я заходил в ту, и она сразу заорала. Пропалила контору. Но я хочу сейчас все сделать, собственно, красиво. Как это и задумано по этому режиму. Просто я не знаю, как. О, смотри-ка. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Угу. Так, подожди.
Я вот здесь вот спрячусь. Сныкаюсь. Так же сойдет. Вон они идут. Я вот тут подожду как бы втихаря. Тут же как бы... За выжившего-то можно спрятаться там от Джейсона в шкафчике. А такую махину-то попробуй спрячь куда-нибудь. Я им как раз услужливо дверку открыл. Посмотрим, что как будет. Так, там, по-моему, прожарить нужно чада на огне по заданию. Цели не указываются. Ха, нормально, закрыл его. Дура, что ли? Все нормально. Давай, не тупи, иди. Погрейся у костра, я тебе помогу. Так, главное сейчас не пропалиться. Да, погрейся, погрейся, братан. Запрещенная прожарка. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Давай, иди, иди, не стесняйся. Не сцы. Дядя Джейсон тебя не обидит. Ну, наверное. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Она, походу, на очке. Конкретно на очке. Сейчас того и гляди, сбежит, блин. А чё ты обосралась-то? Подожди-ка. No! No! Быстрее. Похер! Куда ты? Ой. Да. Ну ладно. Все равно. Три кило были жестких. Прям вообще. Скрытая цель еще есть какая-то. Я не знаю, что она там очкует на самом деле в этом сарае. Но, видать, это так у нее прям заведено. В общем-то, друзья, пишите в комментах, что думаете по поводу данного сюжетного сториз режима. Лайки ставьте. Что ж, друзья, давайте мы тогда с вами на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.